она чуть не разбушилась. Прикиньте, вот ты поджечь такую фигню. О, прикольно. Надо вот такую можно. Фигню фиг его знает, зачем поджигать, есть другие фигни. Можно я сделаю? Давай. Смотри, Ром. Давай. Дай я сам. Ноги поджимай. Понял. Не хочешь раздумать. Тяни второй руку. Гриш. Да. Тяни вторую руку. Ты опять представляешь. Не тяну, да? Да. Понял. А у тебя мысли такие, как вторая рука нарисована. Смотри, как можно это подчеркнуть. Да, я не знаю. Да, я. 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 Часть отлетела. Смотри. Можно домой? А что? 38 минут. Помнишь, да, рекорд победы? Колян. Будет Колян. 4 часа. Не подведи, не подведи, брат. Мы же все ждем. А меня чуть не убили. Это бывает. Колян, если уходишь, сразу, вот, да, сразу смотри, что маты убрали лучше, да? Помнишь, порядок, сразу свое трудовое спортивное место, приводи порядок. Устройство, да, ё-моё? Хитро, хитро, ну, на, вот так, перед уходом, разочек. Хитрое устройство какое. Да. Нормально, наверное, человек. Цвет поменять? Два раза подержать надо. Не, две секунды подержать надо. Зажать, и оно моргнет два раза, потом меняешь. Ну да, вот это, да? Раз, два, и все, теперь меняй. Нажимай на кнопку. Ну, я встал. Красный, синий, синий прикольный, да? А теперь нажми один раз и фиксируй цвет. Да. Все, со светом лучше. Со светом лучше? Ну, со светом лучше заниматься, а крутить. Да, без света. Ну, хороший покрутить, да? Не балуйся, Саша. Точно, будет здорово. Значит, Саша не врет. Миша, да, балуется? Головник. Сашка может не врать, но он может не договаривать. Чеки? Так, должен быть хороший. Попробуй, как я сделал. Как? Что, да, интересно? Элементики еще какие-то? Чикни в чашку? Да. Сера? Нет, вот. А как я сделаю тебе? Сделай нельзя. Что будет даже? Я делаю. Что я делаю? И что мне? Ты показать что-нибудь с ним? Да. Сейчас. Что это такое? Даже нечего делать, потому что модель сломала. Да. Ты вокал бросаешь? Да. Я знаю, что мне показывали такую штуку. Типа. Ну да, или колёсы показать. Это как вот, который мы делаем в восьмерке.
перед собой. Только они, получается, выводят чуть-чуть по-другому. А ты за себе жрал? Да. Нормально залил, чё? Давай. Не на подставление, а понял как? Тогда дашь показывай, я видел. Ты видел? Да. Я хочу идеально. Ты вот так делаешь. Даня, Даня, всем пока. До свидания. Ну да, там руками, там можно даже такие вещи просто. Просто рукой. Во, как я сделаю сейчас следующий трик. Одна рука вовнутрь идет, другая рука наружу. Ну, например, вот мы делаем, две руки вовнутрь идут. Восьмерка сверху вниз, вертикально. Две руки вовнутрь, сверху вниз, вовнутрь. Вот я раз. Вот это вот действие. Да, вот это действие вовнутрь, вот двумя руками. Могу снаружи, то снизу вверх. А чтобы получилось мельница, я надо одну снизу вверх, а другой сверху вниз. Да, я снизу. Можно попробовать? Да. Вот это сейчас делать сверху вниз. Порисуй перед собой сначала, не над головой, а перед собой. Да, вот. Знак Т8, да, рисуешь? Теперь если переводишься, получается, за спиной ты делаешь петельку перед собой. Так, а теперь правой рукой попробуй сделать наоборот. Идет действие. Вот это делал вот так, а теперь надо делать это вот так. А Коля домой шел? Да. Можно попить? Да. Вот я делаю, вот я делал первый раз, как ты, сверху вниз. Вот так, да, сверху вниз. А теперь снизу вверх. Да. И перевожу за голову, перед собой за головой. Да. Вот, да, да. Здесь получается, вот таким, вот если мы делаем двумя руками, вот я делаю вот так, сверху вниз. Мишань, ты куда дел? Ага. Я могу делать строго перед собой, могу делать за головой. Перед собой увожу. Вот это же действие, то, что мы делаем, да, левый и правый поочередно, я увожу за голову, да, 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 сверху вниз ты делаешь обеими руками, левый тоже пробуй. Легко, знаешь, как начать? Одна сверху, другая снизу, ты начинаешь это действие, вот так, да, да. Угу. Не торопись, не торопись. Вот, выводишь за голову. Это вот первый вариант ты делаешь. Да, это надо делать, делать, делать. Вообще надо лучше сначала пустой рукой пробовать. Самый лучший вариант. Правый получается, да. Всем привет, сегодня 29 из 30 дней, как и проверяют. Так, да, аккуратно голова, не попали. Тренировка.
Ну, потому что надо, конечно, ее побольше делать упражнений. А как он делает суперки тогда? Супер торнадо? Да. Супер двойной даже торнадо? Это очень серьезно. Это надо к Чебурашкам ниндзя обращаться. Дай-ка хочу, да. Миша пойдет. Звездный. Ром, дай-ка хочу. Смотрите, вот сейчас. А, я попробую. Можно, знаешь как? Смотри. Я сейчас возьму штуку вот этим мягким попробую. Дарь, ты что вот тебе это? Палками проще будет. Не будет. Что Ну, слайдку можно сделать. Брось, пожалуйста, одну. Понял, китарнады. Ну. А, китарнады. Можно нам? Как бы нам? Условно, извини. Китарнады пора. Да. Я вот делал. Вообще. Умеешь? Да, пока я не делал. А я понял. Можно добавить сейчас элементы артистического, сценического фехтования к рубке бейс? А где синяя? А? Лучгень? Синяя. Это что, подик, подик? Да. У меня. Манки умеешь? Ну. А? Манки умеешь? Можно добавить? Как манки отталкиваешься? Прыжками с элементами действия. То есть, да. Но здесь самое главное. Александр, давай обратно. Центр, вот это убери. Вот это? Центр все сдвинь, чтобы нам здесь, да. Тип, не бросай, а сдвинь. Она какая-то крутит, да. Она между нами. Она между нами как же нам сказать? Она останавливает. Я серьезный подход. Пожалуйста, безопасный вещи. Тихо. Хорошо, она тебя удержала, да. Давай тебе сделать будет. Поехали. Задачи, элементы простые, какие, допустим, хочется крутить. Можно поделать так, что можешь попрыгать, ну, появить. Нормально. Должно замедление, как же быть. Да по-любому. Че в пятницу? Не сломай. В пятницу что? Разобрать. Разобрать? Да. Все нормально. Не уходи, мы сюда погоди. У нас типа сцена, ты помнишь, маленькая сцена, что делать? Убежишь ты, ай, зрители. Ты свою рукопашную, короче, держи. Ну-ка, Михаил, дай мне. Дай мне сразу вопрос. Все тебе тоже возьми. Ну, втроем сейчас повеселее будет. А можно что? Давай, да, давай. Да что ж, мы тебя пикачем. Что, последний сход, да? Меня не прыгает. Ну, ты аж ветерок пошел. Аж ветерок? А что, откуда пошел ветерок? Оп, всех он, да? Чик-чик. Оп, пик-пик-пик-пым. Все, всех, короче. Ты остался, что ли, один сантей? Да он заносный. Все. Аккуратно. Первый шаг. Саша, выше.
Я сейчас не пойду домой пойду. Синие маты отнесите, пожалуйста. Миша, Саша. Синие маты. А, там Дарья надевается. Стоп, Паша, сейчас Даша переоденется. А, Даша тоже домашняя? Даша тоже домашняя? Да. Михаил, а где красный теленчик? А, сними. Красный теленчик, да. Александр, что? Пока стоишь, мячи, пожалуйста, убери. Ага. Ну а что, это же правильно. Ага. Ну а почему бы нет? Взял 4 штучки, бам-бам, отнес. Все по... По чесноку. Парни, если кто-то оставил, вот такие подарки мне точно не нравятся. А, это мои, конечно. Кто-то оставил, кто-то деньги, да, молодец. А, да я беру что? У тебя пятый? Да, действительно. Да, действительно. Я пока пошел. Вот так хорошо. Давай, дед. Дашка, будем взять Влад? Ай. Дашка, давай, Влад, включи. Владян, ты в рюкзак положил, что ты в руках? Она и полез. Не полезет рюкзак? Рюкзак не полезет? Давай. Я не хочу, вдруг полезет за этой. Я понял, взял. Да, ты молодец, братан. А вы все молодцы. А если еще увидимся на рекорде победы, то вообще молодцы, молодцы. Мы вообще не вот тот. Все, парни, маты относим. Все, до свидания. Вы меня подождите. Давай. А вы остаетесь? Да. Ждете ребят своих? Да. Сейчас все должны взрослые прийти. Все, собрались уходить, а я... Даша, ты всех записала? Ключи на месте. Маты, маты не рвем. Время до конца тренировки уже не осталось. Уже время конец тренировки. Наши. Миша, ты не туда пошел. Да их тоже детские. Сейчас с 8 до 10 будет время. До свидания. Все, что там, да? Да, пятница? Тебе тут не холодно? Жарко холодно. То и другое. Все, отнеси, Саша, а эти маты аккуратненько расставляй, ложи просто здесь аккуратненько все. Ну, чтобы они красиво лежали. Положи, пожалуйста. Я непорядочно, все, лежать будут. Ну, чашки вот, вроде как не бросай. Все, ребята, девчата, учитесь хорошо, помогайте родителям, и не только. Да. Будьте. У меня ЕГЭ через месяц. Тем более. Тем более. А ты готова? Будьте порядочными человеками. Миша, время, время, братан, время, все. Александр, ну ты зачем мат так бросаешь? Его надо куда положить? Поролону. Его надо положить под синий. Зачем ты так бросаешь? Как не знаешь? Они в этих синих матах лежат поролоновые. Ты что? Как ты не знаешь? А я просто, они сейчас были? Вот они были, вот ты их засунь обратно, пожалуйста. Миш, помоги Александру засунуть поролоновые маты в синие чехлы. Что? Мы еще знаем, да. Ну разве ты за столько месяцев занятий ты забыл? Мне 2 часа. Миш, Саш, ну вы что? Задачка? Парни. А? Александр, ты лентяй, что ли? Вот я не подумал, до свидания. Вот бы я не подумал, что ты лентяй. Ты же не лентяй. Михаил. Не вылезай тут, не балуйся, пожалуйста. Вам надо маты положить. И самим залезать не надо, не рви. Вам надо маты туда положить. Если не получается, засунуть туда, просто их положите аккуратно. Стоп, Александр. Если не получается, просто возьмите синий мат, не торчись по нему. Синий мат отнесите в центр и поролон под него положите, и все. Это сейчас не получается. С той стороны бери. Да, да, с той стороны вдвоем. Молодцы, в центр относись и под него поролошку положить. И красавчики, все. Все вышло, видите. Дома тоже, наверное, да, с утра стоите, кровать не убираете. У меня наоборот теперь мама другая. За что? И кто-то вот сказал, теперь она мне на тренажере беговом 30 минут заставляет бегать, но я не бегаю. Говорю, стоп, дёрфи заставляйте. Хоть она там и написала планка с выпрыгом. Надо делать. А как? Миша, Миша, помоги Саше. Это вот вы представьте, я в 7 утра встаю перед школой, уроки делаю. До уроков, что мне надо сделать. И вот это делаю. Это круто. Ложите поролоновые маты под синие.